Сквер имени Овчарова теперь любимое место отдыха жителей Прибрежного. Благодаря активности людей эта территория стала победителем рейтингового голосования. И теперь в поселке есть хорошо освещенный сквер с пешеходными дорожками, лавочками, спортивной площадкой и детской игровой зоной. Все нравится, очень много лавочек, удобные лавочки, очень спортивный комплекс хороший. Благоустройство сквера практически завершено. Подрядчику остается доделать покрытие спортивной площадки и газоны. Все работы подрядчик выполняет, основываясь на пожеланиях жителей. Они здесь практически каждый день наблюдали, смотрели, как мы здесь строили. Вот. И мы некоторые нюансы, которые вот не планировались даже проектом, мы делали. Даже включая вот поручни, которые не ходили здесь, мы уже дополнительно поставили. Местные жители обратились к Елене Лапушкиной с просьбой установить в сквере видеонаблюдение. Полностью завершить все работы в сквере Овчарова должны до начала сентября. Немножко доделать детскую площадку, немножко доложить асфальт. И мне кажется, сквер будет просто играть всеми красками, будет радовать жителей. Очень надеюсь, что его сохранят, что его полюбят. Что кто не знал об этом сквере узнает и будут здесь проводить все свое время. Очень хочется, чтобы здесь проводили соревнования, чтобы здесь проводили праздники. Чтобы люди здесь собирались и радовались. Также глава города проверила, как идет ремонт вертолетной площадки в Красноглинском районе. Сейчас территория закрыта для посещения, ведутся демонтажные работы. Объемы большой сделали, 5% мы уже, можно сказать, сделали. Поэтому работы начались хорошо. Демонтажные работы почти произведены все, осталась только верхняя зона. Территорию вертолетной площадки планируют сделать двухъярусной. Здесь появятся 2 смотровые площадки, зона отдыха, ресторан, кафе и 2 детские площадки. В этом году отремонтируют покрытие верхней площадки и проведут освещение. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, Константин Головин. События.